два угла, каждый величиной 20 градусов, которые, пересекаясь, дают какой-то четырехугольник. Здесь 20 градусов и здесь 20 градусов. А четырехугольник обозначен в книжке вот так вот. А, Б, С, Д. Докажите, что вот в этом нашем четырехугольнике А, Б, С, Д какие-то два угла равны, а величины двух других отличаются на 40 градусов. Вот это уже такой счет углов, подсказка. Угол B обозначит какую-нибудь величину угла B. Давайте обозначим какой-нибудь B. Замечательные буквы. Нет, еще раз. Вопрос выбора букв, безусловно, это вопрос вкуса. То есть совершенно не важно, какой буквы. Ну, действительно, почему бы не B? Пожалуйста, обозначим. А вот теперь все эти углы надо через B выразить. Прошу вас. Да, у нас есть такой треугольник, да. Да. А значит, B плюс C будет 160. Молодец. Значит, угол C. Значит, угол C это 160 минус B. Величина угла C должна быть такой, чтобы сумма углов равнялась бы 180. Значит, там, конечно, 160 минус B. Дальше. Молодец. У него тоже сумма 180, сумма 180. А значит? 20. Очень хорошо. А, это да. Да. Давайте я рядом с чертежом запишу все, что мы знаем. Итак, угол B это бета. Угол А это 160 градусов минус бета. Угол С это 160 градусов минус бета. Заметьте, значит они равны. Да? Да. Это одно и то же. Вот. А вот теперь интересный вопрос. Как найти угол D, если эти три мы знаем? D это у нас 360. Пишем. Сумма всех углов четырехугольника 360. Значит, надо от трех. Нет, 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 нет. Прямо там, где я начал. Что же вы? Ну, я получается. Не понимаю. Почему вы не можете написать формулу нормальным образом? Почему вам обязательно нужно где-то ютиться? Да, D это 360 градусов. Градусов. Минус, а теперь по очереди пишем. Минус 160. Нет, нет, нет. Сначала было бета. У нас есть три строки. А, минус. Бета. Дальше. Минус 160. Да. Минус. Отлично. Минус. Стандартная детская ошибка. Да. Конечно. Конечно. Вы берете величину 160 минус b, ее вычитаете. Вы обязаны ее заключить в скобку. Так, и другую тоже. Вот, а вот теперь надо уже раскрыть скобки. Давайте равно, перестановлю точку. Что правильно пишем, значит, 360 градусов. Дальше, минус b. Дальше, как раскрывают скобки? Да, пиши, минус 160. Да. Неверно. Плюс, минус на минус дает плюс. Плюс b, да? Дальше. 160 градусов, дальше. Плюс b, да, очень хорошо. Равно, и вот теперь надо разбираться. 360 минус 160 и минус 160. Сколько будет? Это будет 40. Это будет 40. Абсолютно верно. Это будет 40 градусов. Градусов. А теперь минус бета, плюс бета и плюс бета. Это что такое? Получается 40 минус 40. Пиши, надо услышать. Это получается 40 плюс бета. Ребята, а это и есть то, что от нас требуется. От нас просили, чтобы мы доказали, что какой-то угол на 40 градусов отличается от другого. Вот мы и получили, что угол D это 40 градусов плюс.
а угол B это просто бета. Значит, естественно, угол D на 40 градусов больше. Ну, смотри, вот если бы здесь был какой-то уголочек, там, произвольный, да, то у нас здесь было бы не 160, а 180 минус этот самый уголочек, правильно? Вот. Ну и здесь было бы то же самое. Ну и здесь, соответственно, получилось бы не 40, а 2. Понятно? Очень хорошо.